Манчестер Юнайтед принимал дома Амонию. Кстати, кэф на победу Амонии был жесткий. По составу Манчестер практически основой вышел. За исключением Фреда, на этой позиции частенько здесь играл Эриксон. МЮ играет в Лиге Европы на полную катушку. По игре МЮ бил, но гол создали игроки, которые вышли на замену. Санчо пофинтил на фланге, отдал Мактомину. Мактомин пережил мяч с ноги на ногу и пробил. Игрок матча, вратарь Амонии, Узух. Я первый раз вижу, что вратарь получил оценку 9,9, при этом не отражая пенальти. И для справки, это был сильнейший матч МЮ в атаке, именно по созданным моментам. Но были проблемы с реализацией, плюс шикарная игра вратаря. Манчестеру, чтобы занимать первое место в группе, надо будет обыгрывать Реал Сосьедад, ну и, конечно же, не терять очки с Шерифом. Что дает первое место в Лиге Европы? Выход в 1/8 Лиги Европы. Вторая команда идет в 1/16 с командами, которые заняли третьи места в группе в Лиге Чемпионов. А там может быть и Барселона. И Манчестер Юнайтед спалил очень много энергии в матче с Амонией, когда у них в воскресенье домашний матч с Ньюкаслом. Может аукнуться. Пока.